Приветствую всех на своем канале Оксана Кучнева. И в этом видео будет вскрытие. Мне пришли творческие материалы, назовем это так, с разных интернет-магазинов. И давайте быстрее распакуем и посмотрим, что же там такое интересненькое мне пришло. Итак, приступим к вскрытию. Вскрытие произошло удачно, никто не пострадал. И теперь по очереди. С чего начать? Ну, давайте с вот этого. Итак, первый лот. Это у нас краски. Вот магазин, визитка «Нимфа». Ищем «Нимфу» в интернете. И покупаем вот такие металлические краски. Вот, с цвета металлики. Как оно называется у нас? Римское золото. Так, римское золото есть, цвета металлики, жемчужный цвет и любимый мой синий цвет. Называется он «Ясное небо», «Блакитное сяйво», «Небесное свечение», как-то так, если на русском. Так, да все, вот товарный чек. Так, поехали дальше. Второй лот у нас с другого магазина интернет Триколор. Вот такие вот блестяшки. Смотрите, серебряный мелкий. Это называется как-то там ирис. Тут покрупнее блесточки, и здесь таким цветом переливающим, хамелеончик, интересненько очень. Так, для чего мне это надо, спросите вы, еще в таком количестве? А мне одна подписчица попросила сделать картину в стиле шик, блеск и красота. И для этого мне понадобятся, естественно, такие вот металлические краски. И вот такой блеск, блестиночки такие. И если вам интересно, что это будет за картина, какая она выйдет, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, и вы все увидите и узнаете, что это будет за картина. Так, отодвигаем и продвигаемся дальше. Третий лот. Третьего интернет-магазина. Так, название магазина я не вижу и даже не помню, что это за магазин был. Это, наверное, арт-лавка. Да, я помню, что с арт-лавки я что-то заказывала, такую декоративную веревочку взяла я на пробу посмотреть, как она будет. Вот в моих поделках, для чего она мне пригодится. По-моему, что-то похожее у меня уже есть. Стоит 5 гривен, 5 гривен, 5 метров. Белый контур с перламутром. Контур по стеклу и керамике. И универсальный клей. Он может склеивать все, что мне необходимо. Идеально подходит для творчества. Приклеивает бумагу, ткань, фоамиран, дерево, бисер. Вот. Вот так вот он называется, если кого интересует.
Так, следующий у нас это интернет-магазин. Это не то. Я не знаю. Я не помню, с какого это интернет-магазина. И название тут его нету. Так. Ну, если кого заинтересует, я попробую найти и оставить под вашим комментарием, если вы спросите. Что тут очки у нас? У нас краски витраль по стеклу и керамике. Взяла я 5 цвета. Зеленый, красный, синий, какой-то там малиново-вишневый, желтый. Короче, 5 цветов я взяла. Так что скоро на моем канале будут видео роспись по стеклу. То есть это краски витражные. Витражные краски, они полупрозрачные и красиво очень смотрятся на стекле. Смотрим дальше. 3 контура. Серебряный, золотой и черный. Тоже по стеклу и керамике. Следующие у нас краски, тоже 5 цвета я взяла. Это краски с эффектом призма. Очень классный эффект. Я найду картинки и выставлю здесь видео, какой эффект имеют вот эти краски призма. Они также ложатся на любую поверхность. И очень здоровский эффект получается. Взяла я такие интересные цвета, которые мне нравятся. Так, это витраль, это не то. Где моя призма? Вот. Такой вот синий-голубой, фиолетовый, мятная, зеленая мята. Или зеленый мятный. Потом вот такое непонятное серебро. Не серебро. Серебро как бы с чем-то. И такой вот один из вариантов золотистого цвета. Такой светленький. Тоже ж надо все попробовать. Обязательно буду их использовать. И покажу видео, что получается. Какой результат. Какие картины. Какие интересные рисунки и эффекты с этой краской. Так что... Кому интересно, обязательно подписывайтесь, чтобы увидеть это чудо. И последнее, вот огромный моток веревки. Спросите, зачем это и для чего он в творчестве, чем он мне может помочь. В общем-то, меньше мотки не продаются. А думаю, такая веревка и в хозяйстве пригодится. Вот. Вот такая она, очень крепкая, эластичная, похожа на плетение, как макраме. Эта веревка имеет середину. Осталось ее только найти. Нет, не получилось. Расплести, наверное, надо. Алло, середина, ты где? В общем, эта веревка имеет середину. Так, которую можно вытащить. И в эту веревочку можно просунуть проволоку. Но проволоку нужно тоже найти подходящим размером. Мне надо, чтобы в итоге эта веревка держала форму. Потому что я хочу сделать очень интересно. Вот, видите, серединка такая. Веревочка небольшая. И вот так она вытягивается. И на место нее сюда засовывается проволока. Вот. И я хочу с помощью этой веревочки сделать очень интересную декоративную работу. Клетка. Декоративная такая вот клеточка. Найду фотографию, тоже ставлю в этом видео, чтобы вы посмотрели, что эта клетка собой представляет из такой веревочки. Так, вроде бы как все. Столько было много, и так быстро все показала вам. В общем, подписывайтесь на мой канал, и вы увидите, что я буду из этого всего делать.
что из этого всего получится. Я думаю, многим будет очень интересно. Все-таки не все используют в картинах, вот, например, такие вот блестинки, еще в таком количестве. И, естественно, я хочу уже украшать, допустим, бокалы. Да, у меня есть вот бокалы, и думаю, как у всех, есть обыкновенные стеклянные бокалы. И хочется мне их как-то разукрасить, чтобы они выглядели веселее, интереснее. Естественно, использовать эти краски призма в своих творческих работах, как и на стеклу, так и на холсте, чтобы работы смотрелись эффектнее и интереснее. Контур обязательно тоже мне понадобится для использования красок витраль и в других моих работах. Естественно, вот этот универсальный клей мне нужен для того, чтобы приклеивать вот эти блестиночки. Так что оставайтесь со мной, смотрите, будет интересно. Я желаю всем вдохновения, творческого, удачи, добра, тепла, любви и крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока. Control.